После долгой зимы пришла весна. Стало светить солнце. Таял снег, появилась трава и первые цветы. Ясные зычие прогуляться, ходить на паянку. Первая на паянку прилетела сорока. Увидела там много мусора и решила поторопить друзей. Космар, что случилось? Пришли зайцы лиса на полянку и увидели, что на полянке много мусора. Каждый год одно и то же. Почему люди мусорят в нашем доме? Что говорить? Давайте убивать. Куда же мы денем весь мусор? Сорока, слетай по тапочку, он умный, что-нибудь придумает. Летела сорока к медведю, а зайцы лиса начали собирать мусор. Прилетела сорока в берлогу, где спал медведь. Михамил, помощь твоя нужна. Пошли скорее на полянку. Проснулся медведь и пошел с сорокой. И она рассказала все медведю. Пришли они на полянку. Медведь рассказал друзьям, что уже давно не просто выбрасывать мусор в бак, а сортирует его. Интересно друзьям, как это? Взяли они мусор и понесли к бакам. Лиса положила бутылки в бак к пластиковому отходу. Медведь для деревянных, а заяц для бумажных. Миша, а что же дальше будет с этим мусором? За мусором приезжает мусоровоз. Бивает и увозит на перерабатывающий завод. А что же можно получить из мусора? Из бумаги, книги и картон. Деревья в доски мебель. Пластика, игрушки, коробки. Как же хочется, чтобы люди берегли природу, нас! Давайте беречь нашу землю, давайте правильно жить. Пусть песня наша поможет этот мир изменить. Пусть песня наша поможет этот мир изменить. Звери обрадовались, что навели порядок в лесу. И стали играть на полянке.